heaven on earth. Мы столкнулись с одной из величайших битв в истории. И это касается не только нас, но и будущих поколений. Я прошу пастырей объединиться и стоять вместе, чтобы мы могли безопасно открыть наши церкви во славу Божью. Мы вернем достоинство и честь в Церковь Иисуса Христа, в ЮАР, где политики сознательно дискредитируют Церковь. Они снова научатся уважать Церковь. Это Церковь Господа Иисуса Христа. Мы не будем легкой целью. Мы не будем боксерской грушей. С нас хватит. Мы будем проповедовать Евангелие, спасать души, исцелять сокрушенных сердцем, освобождать пленных. Мы не будем отступать ни за что. Если вы верите в верность Бога, то поднимитесь с места, где бы вы ни были, и прославьте Его так громко, как можете. Я приветствую сотни тысяч наших зрителей на ТБН, One Gospel. Я очень рад, что люди по всему ЮАР и всей Африке смотрят нас через Facebook и YouTube, а также слушают нас на нашей радиостанции. Нас также смотрят и слушают в более чем 20 исправительных учреждениях. Давайте поприветствуем этих людей. Нас смотрят в ЮАР и других странах, а также нас смотрят в России, Израиле, Америке, Индии, Европе, Китай и Африке. Пусть Бог благословит вас. Аллилуйя! Добро пожаловать! Присаживайтесь. И скажите, продолжение моей жизни будет лучшей частью моей жизни во имя Иисуса Христа. В среду мы с лидерами встречаемся с президентом. Мы готовы обратиться в Конституционный суд. Мы уже подготовили дело, но сначала в среду вечером 40 лидеров встретятся с президентом. Я прошу, чтобы вы молились о духе смелости для этих лидеров во имя Иисуса. И не нужно пытаться мешать нам. Мы здесь для того, чтобы увидеть безопасное открытие наших церквей. Пусть дьявол убирается прочь, а церковь Иисуса поднимается. Скоро Пасха, и мы не хотим, чтобы в Страстную Пятницу и Пасхальное Воскресенье мы находились в локдауне. Мы хотим быть в наших церквях. Мы хотим свободно поклоняться Господу Иисусу Христу. Поэтому воскликните «Аминь», если вы любите Иисуса. Давайте прославим Его еще раз на этом месте. О, аллилуйя! Впереди вас ждут хорошие вещи. 2021 будет годом божественного восстановления. Наше сегодняшнее послание связано с 5 главой Евангелия от Марка. Читаем с 21 по 24 стих, а затем с 35. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа, множество народа». Интересно, что бы сделал Иисус во время локдауна? Его церковь не закрыли бы? Я специально говорю противоречивые вещи, потому что кто-то должен говорить истину. Мы как церковь уже год на локдауне. Хватит. Да, и спасибо за одно аминь. И вот приходит один из начальников синагоги. Его имя Иаир, и, увидев его, падает к ногам его. Это положение поклонения, признания. И усиленно просит его, говоря, «Дочь моя, мой бизнес, мой брак, мои финансы, при смерти,
COVID посеял хаос в жизнях многих. Я хочу сказать вам, что настало время, дабы сбросить иго беса ковида над Божьим народом и его церковью. Мы увидим великое божественное восстановление во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! И он говорит: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Скажите: «Сегодня я буду жив и не умру». Это что-то важное для вас. Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его. Обратите внимание на то, что не было религиозных споров. Иисус сразу обратил внимание на нужду. Я хочу сказать вам, что Бог любит вас и желает помочь вам. Бог желает провести вас через долину. Бог не стоит за вашей трагедией или катастрофой. Бог принесет божественное восстановление, исцеление и освобождение в вашу жизнь. Если вы верите в это, то скажите «Аминь». Принесите Господу жертву хвалы. Аллилуйя! Итак, 35 стих. «Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: „Дочь твоя умерла“». Все, конец. Экономика, бизнес загибаются. Ты потерял работу, у тебя нашли серьезную болезнь. Что еще утруждаешь учителя? Все дело в том, что наш учитель живой. Он творит чудеса. Он творит невозможное. Он может вывести Лазаря из могилы, даже несмотря на то, что тот уже воняет. Наш учитель творит чудеса и знамения. Я хочу учить сегодня, но ощущаю побуждение проповедовать. Если вы нуждаетесь в том, чтобы Бог сделал что-то в вашей жизни, то поднимитесь на ноги и вознесите Ему хвалу во имя Иисуса. Но Иисус, написано, услышав все слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». Аллилуйя! Не имеет значения, что говорят ученые, политики или неприятели. Не имеет значения, что говорят экономисты. Не бойся, только веруй. Я знаю, что ваша реальность может быть непростой. Так было и у Иаира. Его маленькая дочь умерла. Представьте себе те эмоции, ту панику, которая охватила его, когда он услышал: «Твоя дочь умерла». Но Иисус сразу же вмешался со словами: «Не бойся, только веруй». Выбор. И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна. Брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. Я часто видел такое на Zoom-конференциях. Люди чувствуют себя безнадежно. Они просто сидят в углу и ждут, когда вирус пройдет мимо. А что будет, если вирус решит не проходить? Мы должны научиться жить с ним и побеждать его силой во имя Иисуса Христа. Я хочу услышать на это «Аминь». Мы не позволим ему контролировать нашу судьбу и будущее, нашу страну и наши церкви. Воскликните «Аминь» во имя Иисуса. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». Что делает Иисус? Он применяет закон веры, о котором мы говорили. Он называет несуществующее существующим. Когда вы говорите о своей горе, своей проблеме, она будет расти. Когда же вы обращаетесь к своей горе, она уходит. Мы должны быть очень осторожны с тем, что выходит из наших уст в это время. Факт. Девочка была мертва. Истина. Иисус был рядом, и поэтому была надежда. Воскресение и жизнь были в присутствии смерти. Я хочу сказать вам сегодня, если вы столкнулись с катастрофой, то знайте, что Освободитель рядом. Если сегодня вы в огне
Искупитель рядом во имя Иисуса. Если вы проходите через бурю, то успокаивающий бурю рядом во имя Иисуса. Нет горы, которая была бы слишком высока. Нет долины, которая была бы слишком глубока, чтобы Он не мог провести вас через нее. Он по-прежнему воскресение и жизнь. А вот почему я верю, что в пасхальное утро Бог будет совершать великие вещи в жизнях многих. Мы не сдадимся. Камень отодвинут, камень ковида будет отодвинут. Божий народ выйдет в победе. Имя Иисуса будет вознесено. Я ощущаю дух хвалы на этом месте. Если вы не были в церкви, то поднимитесь со своего места и прославьте Господа дома. Пусть ваш сосед позлится, пошумите и вознесите хвалу Иисусу во имя Иисуса. Аллилуйя! Давайте же, начинайте! И смеялись над ним, но он, выслав всех, Иисус отослал прочь неверие. Затем он взял девочку за руку и сказал: «Талифа куми», что означает: «Девочка, тебе говорю, оживи». Мертвые кости оживают. Мертвые кости, мертвые эмоции, мертвые финансы, мертвый бизнес, мертвые ситуации, мертвые браки, мертвые утробы, они оживут не воинством, не силой, но Духом Святым и личностью Иисуса Христа. И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Я хочу сказать вам сегодня, что мертвые вещи начнут оживать, бесплодные начнут приносить плод. То, что вы потеряли, будет восстановлено. Вам может казаться, что вы все еще в безнадежной ситуации, но я хочу сказать вам сегодня, что скоро все изменится. Все потому, что Иисус не оставит и не бросит вас. Вы должны фокусироваться на Нем, продолжать ходить в вере, отказываясь повиноваться страху. Я услышу аминь. Мое сегодняшнее послание весьма простое. Только веруй. Евангелие от Марка, 5 глава, 36 стих. Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». Страх — это очень ужасная вещь. Страх парализует ваши отношения, ваши силы, ожидания, надежду и веру. Страх не ваш друг. Кроме ковида, мы должны победить духа страха. Я буду говорить об этом, пока президент не услышит об этом. Я буду говорить с уважением, а не как один из спикеров, который в среду ткнул пальцем в президента и сказал: «Господин президент, я говорю вам, нет, мы не разговариваем так с нашим президентом. Я не сотрудничаю с людьми, которые неуважительно общаются с нашим президентом. Но я скажу так: господин президент, пожалуйста, позвольте нам быть церковью, помогать нашему народу. Позвольте нам открыть двери наших церквей, чтобы прославлять воскресшего Христа и Спасителя на Пасху». Я услышу аминь. Зайдите в Facebook и напишите: «Мы хотим служить Богу на Пасху». Говорите во всеуслышание: «Мы хотим поклоняться Богу на Пасху. Мы хотим, чтобы наши церкви были открыты во имя Иисуса. Мы должны фокусироваться на Иисусе. Мы должны ходить в вере. Независимо от того, как плохо все выглядит в этом мире, мы не можем жить на основании того, что видим, потому что ходим верой, а не видением. Мы не можем двигаться на основании того, что слышим». Иисус пришел в дом начальника и увидел большую толпу, которая готовится к похоронам. «Все, конец. Вы приходите на встречу с бухгалтером, а он говорит: этот бизнес безнадежен». Хочу сказать вам, что пока вы живы, надежда есть. И пока гроб пустой, надежда есть. У вас есть будущее и надежда, потому что у вас есть Спаситель, который жив. Бог, который может делать превыше всего, о чем мы просим или думаем. Вы служите Богу, который жив. Вы служите Богу, который творит
творить чудеса. Вы служите Богу, который не отвернется от вас. Церковь, вдохновитесь сегодня и поверьте в то, что хорошее идет к вам. Он Бог разворота. Он Бог, который дает путь там, где, как нам кажется, пути нет. Во имя Иисуса. В Евангелии от Марка 9 главе 23 стихе Иисус сказал: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Наши церкви откроются, мы не перестанем стучать. Правительство неверно истолковывает наше молчание. Наше повиновение посчитали слабостью, но хватит. Наши церкви откроются, это наше конституционное право. Мы будем служить Богу и будем стучать. Во все двери, пока верующие не поднимутся со своих диванов, кроватей и не вернутся в Дом Божий, чтобы поклоняться Богу, приводить своих друзей в церковь и расширять царство. Если вы мечтаете об этом, воскликните «Аминь» и прославьте Иисуса еще раз. «Если можешь веровать, все возможно верующему». Евангелие от Марка, 10 глава, 27 стих. Библия говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Итак, с медицинской точки зрения было невозможно, чтобы эта девочка ожила, но она ожила. Мы должны изучать Иисуса, а не доктрины. Он ветхий днями, но Он не мертвый, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он был четвертым в печи, Он закрыл пасть львам. Он разделил Красное море, Он ветхий днями, но не доисторический. Он жив. Я говорю, Он живой, и Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он Бог, который никогда не отвернется от вас. Не имеет значения, с чем вы столкнулись, насколько плоха ваша ситуация. Он говорит: «Я с тобой, я за тебя, я помогу тебе, я избавлю тебя. Не бойся, только веруй». Иаир, не бойся. Я знаю, что ты потерял свой бизнес, пережил трагедию. Твой муж совершил самоубийство. Я плачу с тобой, но это не конец. У тебя есть будущее и надежда. Бог говорит: «Я знаю свои намерения о вас, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущее и надежду». У вас есть будущее и надежда, потому что у вас есть Спаситель, который жив. Если вы верите в это, то должны прославить Бога. Некоторые из вас должны подняться из могилы депрессии, могилы неуверенности и неверия. Вы должны подняться и снять с себя покрывало. Мы должны снова прославить Бога и обратить свои переживания в поклонение. Он живой. Мой Иисус живой. Он воскрес, и Он творит чудеса. Нет ничего невозможного для Него. Если вы верите в это сегодня, то воскликните «Аминь» и прославьте Его. Он — воскресение и жизнь во имя Иисуса. Мы должны держаться за свою веру. Не всегда легко сталкиваться с чем-то в этом мире. Тут все было именно так. Девочка мертва, и люди готовятся к похоронам, вот и все. Но Иисус говорит: «Не основывайся на том, что видишь. Не бойся, только веруй». Если вы никогда не верили, то игнорировали силу Иисуса. В Евангелии от Марка 6 главе Библия говорит, что Иисус не мог совершить чудеса в своем родном городе из-за неверия людей. Когда мы становимся такими интеллектуалами, что больше не можем верить в Его силу, которая может вывести нас из нашей ситуации, оживить наш бизнес, принести жизнь мертвым эмоциям, тогда у нас проблемы. Пока люди ждут, чтобы правительство или ученые дали им ответы, я верю, что ответ звучит так: «Это имя Иисуса
Если церковь будет поклоняться ему и ставить его на правильное место, эта пандемия закончится. Прославьте Бога за прорыв, независимо от того, с чем вы сталкиваетесь, и воскликните «Аллилуйя!». Учитывая все проблемы в мире, мы не должны становиться циниками, терять надежду, впадать в расстройство, терять видение. Мы не перестанем смотреть вперед, мы становимся решительнее. Наши крусейды будут больше после локдауна. Мы будем собирать стадионы в ЮАР и по всей Африке. Мы будем попирать ад и населять небеса. Наши церкви будут лучше, чем когда-либо. Наши бизнесы будут лучше, чем когда-либо. Наши школы будут лучше, чем когда-либо. То, что дьявол хотел использовать во зло, Бог обратит во славу свою. И как воды покрывают землю, так вся земля наполнится познанием славы Господа. Евангелие будет проповедано всем народам, и тогда наступит конец. Во имя Иисуса, никакой политики, жаждущий власти, не сможет остановить движение Божие. Я говорю это с уважением. Многие из вас политики. На этой неделе я разговаривал с двумя политическими лидерами и сказал им: «Никто из вас не говорит ничего о церкви, а почему? Вы говорите, что церковь не помогает экономике. Я думал, что церковь — это не здание, а люди. А вы хотите сказать, что миллионы христиан не помогают экономике ЮАР? А вы хотите сказать, что они не имеют права поклоняться? А вы хотите сказать, что церковь не имеет значения? Так что ли? По правде говоря, если убрать духовность из общества, жди катастрофы. Япония, как бы грустно это ни звучало, страна первого мира, только что создала министерство одиночества. Задумайтесь над этим. Множество самоубийств в Японии. Семьдесят процентов из них — женщины. От пандемии в Японии погибло 1400 человек. Самоубийство. Им пришлось создать министерство. Наше правительство поступает так же. Расовое насилие? Давайте создадим министерство, которое будет сидеть в своих кабинетах. Но Иисус создал церковь, чтобы разбираться с человеческими проблемами. Вот почему мы боремся за то, чтобы церковь открыли. Тогда мы сможем разобраться с одиночеством, с насилием по половому признаку, с зависимостями, принести исцеление в наше общество и наш мир. Епископ Тутук сказал, что если наше правительство не изменит своих планов в отношении церкви, то рано или поздно наступит конец. Апартеид был побежден религиозными лидерами, а не чиновниками. Спасибо за ваше молчание. Некоторые христиане в правительстве тоже замолчали, потому что они просто запутались. Вы забыли, что ваше положение — быть Есфирью, Даниилом для царя, Иосифом, не перекати полем, не печаткой. Вы должны стоять за справедливость, за христианство и за Царство Божие. Я услышу «аминь» от кого-нибудь, от какого-нибудь христианина в политике. Готовы ли вы встать и заступиться за цели Христовы? И сделать это во имя Иисуса. Я знаю, что некоторые из вас говорят: «Пастор, мы не хотим слышать это каждое воскресенье». А вы будете слышать это, пока не откроются церкви. Я поменяю свой тон попозже. А пока я буду ободрять вас. Но я не прекращу эту кампанию, потому что вам не будет лучше вне церкви. Вам, вашей семье, вашим детям нужно вернуться в церковь. Ваши дети должны ходить на воскресную школу. Целый год здания наших детских церквей пустуют.
Наших детей забрали из присутствия Божьего. Нам велено поклоняться Богу с нашими детьми, приводить их к Богу. Мы не будем больше терпеть этого. Не бойтесь, наше дело правое. Ведь послание к римлянам говорит: «Бойтесь, если делаете зло». Борьба за человечество — не зло. Ответственное открытие церквей — это не зло. Поэтому хватит неверно использовать это местописание. Молитесь о нашей встрече с президентом. Мы не хотим гражданского неповиновения в масштабах, которые никто из вас и не видел. Нам постоянно приходится подавлять стремление к этому. Тысячи пастырей в городках готовы взбунтоваться, и это факт. Вот почему советники президента должны давать ему правильные советы. Хватит играть в игры. Очень рад, что вы пришли сегодня к нам. Если вы думаете, что вам лучше без церкви, то это показывает то, насколько сильно вы отошли, учитывая все то, что происходит в мире. Ту битву, с которой мы столкнулись все вместе, и наши личные битвы, мы должны убедиться, на чем мы стоим. На слове, наполненные Духом, утвержденные в любви Божией. Мы не должны терять уверенность и сомневаться в Божьей воле. Иисус никогда не говорил Иаиру: «Знаешь, Иаир, давай поговорим, пока мы идем к твоей дочке. Возможно, Бог желает преподать тебе урок через это». Нет, у них не было разговора. А возможно, это родовое проклятие? Мы сначала должны разобраться с проклятием. Правда? Нет. Когда Иаир пришел, Иисус отреагировал: «Покажите мне человека, который пришел бы к Иисусу в нужде, и которому он отказал». Такого человека нет. Религия говорит нам, что это Бог устроил пандемию, чтобы вернуть контроль над своей церковью. Полная чепуха. Если Иисус вознесся на небо и отдал власть над церковью в руки апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей, то он не дал вам власти для того, чтобы потом забрать. Это звучит религиозно, но это глупость, ведь тогда это означает, что Бог сотрудничает с сатаной. Но мы знаем, что Бог не является причиной зла. Все хорошие и совершенные дары приходят от Отца Светов, в котором нет ни тени перемен. Книга Малахии, 3 глава, 6 стих. «Ибо я Господь, я не изменяюсь. В Боге нет зла, и Бог не сотрудничает с дьяволом. На самом деле сердце Божие плачет над народами мира, над одиночеством, сердечной болью, отчаянием, разбитостью, зависимостями. Божье сердце обращается к этим людям. Иисус пришел, чтобы исцелить этих людей. И вот почему нам нужно, чтобы наши церкви открылись, чтобы помочь людям, и в какую бы битву вы ни были втянуты, вы не можете позволить духу страха запугать вас, ведь с другой стороны победы всегда будет великан, Голиаф, который хочет поработить вас. Этот Голиаф хочет запугать вас. Это голос, человек, ситуация, комитет. Они пытаются украсть вашу мечту, лишить вас веры. Они пытаются украсть у вас уверенность. Когда Голиаф пришел на поле битвы, он пришел с дерзостью. Ковид ведет себя так же. Иногда люди, которые должны бороться с ковидом, ведут себя дерзко. Замолчите и садитесь. Прямо как в рабстве. Мы видели, что более 40 стран открыли церкви, и большинство из них — страны не христианские. Суд всегда становился на сторону христианских лидеров. Как пример, это вам Америка.
Я никогда и не думал, что наступит день, когда мне придется бороться за религиозную свободу в ЮАР. Я никогда и не думал, что наступит день, когда эта страна, которую освободила церковь, однажды будет бороться с правительством за то, чтобы церкви вернули право поклоняться Богу. Слышите, да? Слышите? Не думайте, что все так, как есть. Вот почему я говорю о том, что нам нужно молиться и не бояться. Миру, живущему в страхе, нужна бесстрашная церковь, в которой люди настроены радикально и говорят: «Хватит! Мы больше не будем угнетаемы. Мы будем поклоняться Богу. Мы должны повиноваться больше Богу, чем людям. Мы не преклонимся перед начальствами и властями тьмы во имя Иисуса». Так что же мешает нам действовать, а? Это дух страха. Вот почему Бог говорит: «Не бойся, а только веруй». Когда вы теряете работу, то хочет прийти страх. Когда вы теряете большого клиента, финансы, страх хочет прийти. Но Бог говорит: «Нет, мы ходим верой, а не видением». Вы не должны допускать страх в свою жизнь. Бог не дал вам духа страха, но силы, любви и здравого ума. В переводе Пэшн сказано: «Бог никогда не даст вам духа страха, но Бог дал Духа Святого». Это тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых. Аллилуйя! Мы не слабые люди, мы от Бога и рождены свыше. У нас есть тот же Дух, который воскресил Христа из мертвых. Нас нельзя остановить или победить. Во имя Иисуса воскликните «Аминь». Мы не можем позволить страху занять место в нашей жизни. Мы не можем действовать на основании духа страха. Мы должны действовать по духу веры. Иисус упрекал нас лишь в том, что мы принимаем дух страха и неверия. Когда приходит страх, то приводит двух ужасных близнецов. Сомнение и неверие. Когда у вас есть вера в Бога, у вас другой разговор, ваше хождение отличается, ожидания отличаются. Пожалуйста, не нужно читать Библию как сказку. Это реальная история. Дочь Яира умерла. Нет ничего, что заставило бы вас запаниковать так быстро, как болезнь вашего ребенка. Вам плохо, когда больна ваша супруга, но ваш ребенок — это совсем другая история. Вы молитесь, делаете все, что можете, бежите в больницу и получаете плохой диагноз. Знаете, что он делает с вами? Именно в такие моменты вам нужны четыре друга, которые понесут вас на носилках. Потому что ваши эмоции бунтуют. Представьте себе мучение и борение, которое было у Иаира. Иисус поступит удивительно. Это была экстренная ситуация. Его ребенок вот-вот умрет. И тут приходит другая женщина и прерывает его. Это была женщина с кровотечением. Иисус обратился к ней. Аир стоял там и думал: «Эй, моя дочь на грани смерти, моя дочь умирает». Но Иисус продолжает свой разговор с женщиной. И пока он еще говорил с ней о ее вере, пришла новость о том, что уже поздно. Что мог подумать Иаир? «Иисус, ты обидел меня. Если бы ты пошел быстрее». Это то же, что сделала Мария. На самом деле она даже не захотела встретить его, когда умер ее брат. А потом она сказала: «Если бы ты пришел раньше, то он не умер бы». Иногда мы думаем так и говорим: «Боже, ты бросил меня, подвел меня. Бог обещал, я не оставлю и не покину тебя, не подведу тебя. Мое время не твое время». Все содействует во благо тем, кто любит Бога и призван по Его изволению. Вам может казаться, что это конец, но это не конец. Во имя Иисуса Христа, пока Иисус жив, это не конец. Христиане, это не конец. Ваша битва не проиграна, ситуация не потеряна. Ваш ребенок будет жив снова.
а ваша мечта живет, ваше будущее обеспечено, вас ждет восстановление в жизни, но вы должны отпустить страх, вы должны верить. У всех нас есть мысли: когда мы не спасаемся, то наш мозг не отмирает, как думают политики. Мы продолжаем думать и искать. Мы знаем, что есть другие лекарства против вируса. Мы не верим всему, чем нас пичкают. Люди, которые говорят, что церковь не здание, сами считают, что церковь — это здание. У нас в церкви есть ученые, доктора, адвокаты, профессионалы, химики, архитекторы. Они — церковь, и у них есть мозги. Они смотрят на все это и говорят: «Мы не верим этому, мы разделены, как Америка, ученые разделились». В Техасе не нужно носить маски. Штат Калифорния проиграл дело о закрытии церквей. Не говорите мне, что весь мир дальше находится в хватке сатаны. Идет освобождение, потрясение, и это освобождение движется в ЮАР. Церковь ЮАР будет сильнее, чем когда-либо. Это означает, что вы будете благословеннее, чем когда-либо. Вы будете сиять ярко. Бог откроет двери, которые были закрыты. Бог восстановит и оживит многое в вашей жизни. Воскликните «Аминь» и поверьте в это сегодня во имя Иисуса. Он — воскресение и жизнь. Он — Царь царей, Господь Господь. Он — наш вчера, сегодня и завтра. Он — наш Господь и Спаситель. Его рука не сократилась, чтобы спасать нас. Он дал нам силу крещения Духом Святым. Мы не одни. У нас есть помощник, утешитель, укрепитель. Аллилуйя! Великий Бог, который живет внутри нас. Мы не слабые бесхребетные карлики, какими люди представляют христиан. Наоборот, мы не похожи на большинство людей в этом мире. Мы не биологические чудеса, люди без хребта. Мы живы, и у нас есть хребет. Мы укоренены в путях Божьих. Мы служим нашему Богу без извинений. Мы понимаем, что предстанем однажды перед Иисусом Христом и дадим отчет. Последнее слово будет за Ним, как и в случае с этой девочкой. Представьте себе, женщина прерывает разговор. Вы знаете, что женщины говорят много. Он не просто сказал ей одну фразу, у них был разговор. А Яир просто стоял. «Да, я люблю вас, друзья. Вы лучшие». Представьте себе их путь домой. Иисус не скорбит с ним и не плачет с ним. Он просто говорит: «Не бойся, только веруй». Вот это да! Что, эмоции? Нет, не бойся, только веруй. Не так, что... Ну, немного бояться. Можно. Нормально, вообще-то. Я понимаю, ты дойдешь до веры. Он говорит: «Не бойся, только веруй». И он не позволил никому идти с ним. Иисус поступил очень умно. Он не сидел с людьми, наполненными неверием. Он не пытается изменить ситуацию в ЮАР с отступившими и неверующими. Он создает бизнес с людьми, наполненными верой. Он оставляет неверие позади, берет Иакова, Иоанна, Павла. Они были с ним на горе Преображения. Там они видели Моисея. Помните эту историю? У них был высший уровень веры. Для битвы вам нужны люди с высшим уровнем веры. Вам не нужны кровопийцы. Вам нужны люди с духом веры. Потом он приходит домой. Очевидно, что дома была жена. Она плакала. Но он говорит всем уйти. Не очень вежливо, не так ли? А? Он говорит родным и остальным уйти.
Он говорит, уйдите. Он берет отца и мать. Почему? Потому что они обладают духовной властью. Царство Божие работает на принципе власти. Иисус не мог действовать без их согласия. Он не может действовать в вашей церкви без вашего согласия. Он не может действовать в вашем бизнесе без вашего согласия. Он не может действовать в вашем браке без вашего согласия. А ваше согласие — это ваша вера. Без веры невозможно угодить Богу, потому что приходящий к Богу должен верить, что Он существует и вознаграждает тех, кто прилежно ищет Его. Как двое могут идти вместе, если не согласятся? Ему нужно ваше согласие, чтобы воскресить вашу девочку, потому что у вас есть власть, он говорит, «Талифа куми», потому что там была вера. Богу нужна ваша вера и ваше сотрудничество. Мы все плакали. Некоторые из нас даже злились. Да, ты и я, но это не помогало. Некоторым из нас хотелось сделать плеть и разогнать всех нехороших людей. Я говорю о правилах. Но мы помним о нашей вере. И мы пойдем. Мы пойдем, если придется. Если нам придется выйти, мы выйдем, потому что наше дело правое. Я хочу сказать вам сегодня утром, что Бог очень сильно любит вас. Вы драгоценны. Иисус умер за вас 2000 лет назад. Девочка была мертва. Ее родители страдали. Возможно, сегодня вы тоже страдаете. Возможно, все, что вам нужно сделать сегодня, это отдать свою жизнь Ему. Иаир сделал это, поэтому и вы помолитесь и скажите, «Господь Иисус, я приглашаю Тебя в мою жизнь, возьми ее под контроль, будь моим Господом и Спасителем, я отдаю все Иисусу».